Объявление выборов на территории так называемых ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС Майи Касьянчич, опубликованном на официальном сайте Европейского Союза. В нем подчеркнули, что реализация Минских соглашений является залогом достижения мира на Донбассе. И в этом контексте выборы 11 ноября, анонсированные боевиками, противоречат Минским соглашениям, которые имеют конкретные положения, касающиеся организации избирательного процесса на данных территориях.